Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить куриные бедра в томатном соусе. Для этого нам понадобится 1,5 кг куриных бедер, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовых ложки томатной пасты, 1 чайная ложка соли, 4 столовых ложки подсолнечного масла, полстакана воды. Куриные бедра зачищаем от лишней кожи и жира. Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь трем на крупной терке. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло. Даем ему нагреться. Затем выкладываем кожей вниз куриные бедра. Когда они снизу подрумянятся, переворачиваем на другую сторону. Добавляем лук. Морковь. Все перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на маленьком огне 20 минут. Затем добавляем соль. Еще раз перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим 10 минут. Томатную пасту разводим водой. Добавляем к мясу. Все перемешиваем. Закрываем крышкой, готовим 10 минут. Куриные бедра в томатном соусе готовы. Выкладываем их на порционную тарелку с любым гарниром.
Приятного аппетита!